Слушаете ли вы Дмитрия Губина? Я вообще люблю Губина, читаю его постоянно. Он очень меня интересует. Я с ним часто не согласен, мне многое в нем не нравится, он рисковат для меня. Но я никогда не забуду, что он мой учитель в журналистике, что он важный для меня человек, вообще просто важный. Его перехлёсты меня все равно радуют, потому что это перехлёсты талантливого и очень честного человека. И не зря Давид Самойлов так им интересовался, и это его любимый ученик. Хотя он и написал в дневнике, бог весть, что из него получится. Но это тоже, знаете, это как христианство опасности. Когда понятно, что из человека получится, то человек не представляет особенного интереса.